рассказал, что там моя невеста. Он говорит, как раз твой образ будет высвечен, чтобы все понимали. Ну и читает меня за 15 минут до въезда в Дубну такие точки. Поэта путь не ровен, скользкий, бывает все. Но вот беда. Поэт Валерий Краснопольский не поднимался никогда. Ну как, перед невестой. Я растерялся, делать нечего. Я говорю, ну я тоже напишу. Он говорит, да, Саша Иванов не смог, куда тебе? Ну, я, видимо, со страха написал такую эпиграмму. Она понравилась мне очень. К актерам я неравнодушен. И пил с одним на брудершафт, а он мне после плюнул в душу, иначе был бы он никак. Как мы разобрались, это резюме к творчеству Гафта от поэта. Да. Осталось 4 минуты, как мне доложили. Давай ударная. У него все ударные, это да. Расскажи два слова, а ты Рыжего не прочтешь. Вот здесь книжка есть Рыжего, это гениальный поэт конца 90-х годов, правда, повесился, как все таланты. Антинович написал потрясающее вступление к нему, но ни один критик я читал и просто завидовал. Думал, вот я написал, и что написал Гафт. Не надо, все. Капелька дождя последнюю поставит в жизни точку. И не спасут его ни лысина вождя, ни крики весенние. Ударится о серый тротуар, растопчет ее след в одно мгновение, и отлетит душа, как легкий пар, забыв навек земное притяжение. Браво! Очень давние стихи. Если мы с Игорем Башой пошли его поздравить с спектаклем, стучимся и говорит, это мы вот к вашей. А? Она говорит, подождите, я надену кофточку, чтобы вас не стошнило. Значит, вот эпиграмма, не эпиграмма, она любила Пушкина. У нее был один человек близкий. Он заменял ей все. Голова седая на подушке, держит тонкокожая рука, красный тон, Александр Пушкин. С ней он и сейчас наверняка. С ней он никогда не расставался. Самый верный первый кавалер. В ней он оживал, когда считался. Вот вам гениальность. Привет. Приходил задумчивый и странный, шляпу сняв с курчавой головы. Вас всегда здесь ждали, Александр. Жили, потому что были вы. О, многострадальная Фаина, дорогой захлопнутый рояль. Грустных нот в нем ровно половина. Столько же не сыграно, а жаль. Человек привязан к жизни, отстает, бежит вперед, отдает всю жизнь отчизне. Кто-то честно, кто-то врет, но до ада и рая постепенно все дойдут. Жизнь короткая такая, страшно будет, страшный суд. Многих нет, а те далече, откричали петухи, ночь, сутуленькие плечи. Вот гитара, вот стихи. Сердце слева, орден справа. Вот солдатская шинель, вот сапог полудыря. Вот троллейбус, вот запрет, вот арбат. Как река маховая, бродная. И на струнах рука. И слова на века им произнесенные. Гимнастерки полуржавы, те слова впитались в кровь, чтобы помнила держава про войну и про любовь. Спасибо. Я думаю, что все хотят получить автограф.
давайте оставим ему силы и перейдем в другой зал, тем более, что время наше истекло. Спасибо. Спасибо. Какой зал? А где купить книжку? А вот...